Константинович, здравствуйте. Пермский край, Кунгур. Зацвели сеянцы жердели от 2016 года. Это полезная, ценная информация. Сеянцы, еще раз, сеянцы жердели 2018 год, а может 2019. А может даже еще интереснее. Это получается, допустим, посадили в 2019 году. 19, 20, 21. И 22-й, а может на 4-й год зацвели жердели на 5-й. Ну что, все нормально. Серафим и Бай адаптируются. Ну, значит, не цветут. Так, информация интересная. Вот. Интересно будет потом, когда заплодоносит, я вам забудусь написать. Я сейчас запишу фото, и написать на даке. Татьяна, я жду от вас фото. Дело в том, что идет бесконечная война, вы ниже увидите. Она интересная, это не та злобная война, как начали эти упрощенцы. Вот. Есть просто люди, которых ничем не переубедить, но которые точно знают, что из жердели появятся жердели, из заморов тоже будут жердели, или дикие абрикосы. А мы будем стоять на своем. Уважаемый Валерий Константинович, хочу снова с вами поделиться радостью. Мне так нравится, когда радостями делятся. Вот уже второй год зацвели мои три абрикоса сорта маньчжурский. Посажены 6 лет назад из вашей косточки. То есть, получается, зацвели первый раз на 5-й год. Мотаем на ус. Сеянцы зацвели на 5-й год. Из косточек. В прошлом году не сильно цвели, но дали урожай 50 штук. Ниже покажу, это же интересно. Вкусно, сладенькие и без горечи. Бедные вот эти мяжи, которые мне попали на язык, выпускницы, у которых два этих самых железа будут из его косточек. Самое интересное, что когда они писали будут, они уже давно, несколько лет, вкусные, как здесь. Сладенькие и без горечи. Причем крупнее мамы. А они все о своем. Значит, что это мошенничество, это про меня, я мошенник. Так, ложь, это я лгун. И вырастут, запятая, дички. Ну, вы поняли, да? Вот. Это, извините, не я придумал, это Татьяна. Она, это настоящий живой человек. Вот попробуйте, сейчас, конечно, не буду доказывать, что это не я сочинил это сам лично. Вот. И что она не засланный казачок. Просто попробуйте меня поймать и на лжи. Так. Интернет, мы же там все общаемся. В прошлом году не сильно цвели, но дали урожай 50 штук. Вкусные, сладенькие, без горечи. Маньчжурцы. Вот. В этом году просто буйное цветение. Несмотря на то, что очень холодно, у нас в Питере весна. Мы сегодня, наверное, час, полчаса посвятим Питеру. Именно Питеру, потому что информация идет противоречивая. Наших пока в Питере мало. Вот таких вот. Ведь уже успел, как зовут. Татьяна. Вот. Нас там мало. Так. Холодная весна, буйное цветение. Шмелей летает очень много. Думаю, опыление хорошо. Вот чем шмели нас так вручают, не боятся ничего. Чуть ли не мороз, а они летают. Вот. Теперь буду ждать урожая. Прошлогодние кочки все посадила. Правда, нет, не все проснулись. Насчет не все проснулись, мы ниже арифметикой займемся. Школьные забыли, а? Троечники. Вы знаете, что у нас это самое, хорошо там дают, ставят пятерки, троечникам ставят четверки, троечникам тройки. Не поставь двоечнику тройку, преподаватели выгонят со школы, а двоечнику все равно тройку переделывают. Вот. Это реальная жизнь, согласитесь. Итак, Ирина Самойлова, Санкт-Петербург, свежее письмо, 22-й год. Вот. Смотрим дальше. Вот они сладенькие, вот они. Ну что, что там про эти, про мошенничество? И главное, уже это, в случае таких, вспомните, Ваулина,
Ваш брат, ваш ученый, настоящий, исполняющий обязанности директора института. Это Уральская, это самое, то ли академия, и то ли агроуниверситет, по-моему, Челябинск, Уральский. И вот этого-то человека, как уволили, он что, сочинил свои эти реферат, доклад, своя страница, везде вот такие вот, еще и лучше, и все из моих сердца. Ну, девчата, ну, откажитесь от своих слов. Ну, извинитесь. Но ведь мы же стольким людям голову заморочили. Они теперь и не думают даже садить косточки абрикосы. Дички выросли. Вот, видите, а у меня подарок двойной. Санкт-Петербург. Давайте посмотрим, что дальше будет. А вот ее саженец. Раз. А вот ее саженец. Два. И, по-моему, три. Да, и тут еще два. Вот. И, наконец... А, знаете, тут где-то граница, может быть, это уже прошла другая. А, брат Юрий Владимирович, подтверди, мне про это, если не прав, по-моему, это уже прошла твоя соседка. Это уже Костромская область. Костромская область. Заметьте, никто не сказал, что в Костромской области климат лучше, чем в Питере. Костромская область. А, вот я поэтому попробую догадаться. Вот по этим самым цифрам, ну-ка. Да, это уже прошла другая. Итак, раз Костромская область, два Костромская область. И кто же это такое? Три Костромская область, четыре Костромская область. И внимание, что мне брат написал. Первое цветение абрикоса у моей соседки. Поздравляю. Вот с этого-то, вот понимаете, вы причините себе, как вы себя называете, да? Уважаемая дама. Вот мимо вас все это проходит. Вот идет все со соседки, а потом у соседки, соседки, потом у соседа от соседки, а потом у соседки от соседа. Но это так медленно, ведь вы же задерживаете прогресс. Вот. Поняли, да?